нас будет обзор на вот такие сладости. Мы их приобрели в Duty Free. Это у нас M&M's, машинка для конфет. И вот такой сундучок, да, от Киндера. Здесь отверстие для денежек. Это идет потом еще как копилочка. И здесь положено 4 конфетки, 4 шоколадных таких вот батончика. Давай откроем. Давай, мама, откроет. Вот такой сундучок. Красивый. Вот с двух сторон ручечка. И вот такой вот разрезик для того, чтобы туда ложить монетки. 2 замочка вот таких вот мы сейчас откроем. Вот здесь вот мы его откроем. Все, теперь здесь открываются замочки. И видишь, и достают конфетки. Там шоколадки, смотри. Вот такие вот шоколадки там лежали. Белые, с белым шоколадом внутри и с какими-то орешками. Вот такие вот киндер-шоколад. Тоже их там 4 штучки. Инструкция, кому можно есть, кому нельзя. И вот таких тоже 4 штучки, таких конфетки. Вот такой сундучок. А мы даже уже денежки положили. Вот, смотри, котик, давайте. Закрываем сундучок и туда складываем монетки. Будем тоже, это у нас еще одна копилочка появилась. Ложи сюда конфеты. Не конфеточку, а монеточку. Ой, как зазвучало. Красивая? Понравилась тебе такая штучка? Да. Ну что, теперь давай будем открывать нашу машину для конфет M&M's. Отставляем. Мы уже открыли эту машинку для конфет. Доставай, да, доставай там. Это просто такая бумажечка, вроде бы как кажется, что там конфетки, хотя там конфеток нет. Это просто бумажечка, такая вот достаем и засыпаем туда конфетки. Конфетки здесь были в наборе. Конфетки M&M's. Давай. Смотри, какой подарок. Вот так. Засыпали. Теперь одеваем вот такого пилота сверху. Вот. И теперь, давай покажу всем ребятам, как он крутится. И теперь вот так вот мы крутим, и выпадают конфетки. И Милечке очень нравится такая машинка. Она постоянно просила, чтобы мы ее купили. И теперь она будет объедаться конфетками. Да? Понравилась тебе такая штучка? Можно сюда засыпать любые конфетки. Главное, чтобы они проходили по размеру. Давай, покажи, как ты крутишь. Покажи ребятам вот так вот. Ой, и выпадает конфетка. Где моя конфетка? Еще раз крути. Ой, смотри, аж целых 3 выпало конфетки. Вкусненькие M&M's. А давай мы с этих конфеток M&M's тоже сделаем радугу. Сделаем? Положим их в тарелочку, нальем водички, будет красивая радуга. Да? Да. А мы еще сделаем. Давай еще сделаем. У нас есть еще конфетки Skittles. И мы сделаем со Скитлсами и с M&M's такие, такую радугу, да? Давай будем пробовать. Только ты много не ешь, а то ты синяя будешь. Ты уже синяя от краски. Эмик. Да. Вот у нас есть такая беленькая тарелочка. И будем давай вот так выкладывать, доставая оттуда конфетки. И будем выкладывать вот так вот по кругу конфеточки. Нет, не отсюда доставать. Зачем, котик? Хочешь? У нас же, смотри, есть. Вот так будем ложить конфетки. По кругу будем ложить, а потом зальем водичкой. И у нас будет красивая радуга. Да? Давай. Thank you.
Не забывайте подписываться на наш канал. Можете даже ставить нам лайки. И всем пока-пока!